si poslechli přednášku kapitána poručíka postsovětské námořní lodi, který osobně mluví o tom, jaké mapy používají v námořnictví a ještě k tomu něco zajímavého. Я могу сделать пояснение относительно картографии. Я надеюсь, я не буду распространять каких-то секретных сведений. Хотя, ну, так скажу, я постараюсь точно ничего не говорить. А так вот, так скажу. Существует для отображения мелкого масштаба, то есть, ну, когда там в одном сантиметре там туча километров, ну, это когда обзорные большие карты. Там часто используются цилиндрические проекции или какие-то проекции обзорные такие. То есть, когда шар, ну, как бы шар, проецируется на цилиндр. Ну, из-за этого получаются вот такие странные карты. В большинстве случаев для практических полетов или навигации используются прямоугольные проекции, либо азимутальные проекции, что, в принципе, почти то же самое, что прямоугольные. То есть нам говорили, что для крупного масштаба, это когда в одном сантиметре один километр или еще более крупный масштаб, что там можно пренебрегать этими типа искажениями. Но по факту получается, что все мореплаватели или геодезисты или так далее используют карты прямоугольных проекций, то есть как бы плоской земли, грубо говоря. Вот. Это факт. Все карты в основном засекречены крупных масштабов. Они, если там с нанесением, то они все минимум секретно, а то и бывает совершенно секретно. Все картографические и геодезические работы тоже засекречены. Даже когда мы делали на практике приходили и делали что-то, у нас весь геодезический и картографический материал потом изымался. Вот. По поводу того, что можно ли сделать точную съемку без взгляда сверху, можно сделать, но опять же нужно знать вот эти опорные пункты, их точные координаты, ну, так называемые реперные точки, это точки высотные, относительно чего строятся. Ну, и также пункты триангуляции первого класса, там, второго, третьего и так далее. Все эти сведения, как правило, хранятся в главных геодезических каких-то управлениях, всяких там и так далее. Все они засекречены. То есть просто так любой человек резко нарисовать какую-то точную карту вряд ли сможет. Да вообще, думаю, что если кто-то выйдет и начнет с какими-то инструментами бродить по городу или где-то по местности, к нему очень быстро подъедут какие-нибудь там дяди и спросят, чем он тут занят. По тем картам, которые транслируются в самолете, например, в Америку летают через северную часть Атлантического океана, потом уже, то есть никто не летит через экватор там или по южной части, то есть все летят через верх, а потом спускаются вниз. И вы говорите, с территории Буэнос-Айреса полярную звезду видно даже на горизонте, ну то есть на горизонте, правильно? Ну да, она там видна, она не все время видна, но иногда видна, да. Вот. А если представить, что наша Земля шарик, то есть она имеет свои округлости, то Буэнос-Айрес находится в южной стороне, а полярная звезда находится на северной. Да, и причем Буэнос-Айрес существенно южно находится, существенно. Правильно. Получается, наша Земля, если бы она была округлая, то с южной стороны видеть полярную звезду было бы невозможно. Безусловно. Так я, в принципе, насчет с формой Земли особо и не сомневаюсь. Она для меня давно понятно, что наша территория плоская. Proszę mi na koniec tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. W tym roku w Polsce powstał tak zwany startup, czyli przedsięwzięcie innowacyjne, którego celem jest zbudowanie drona, który ma potwierdzić lub zaprzeczyć temu, że Ziemia jest rzeczywiście kulą zawieszoną w kosmosie. Pan tam był. Czy Ziemia rzeczywiście jest kulą zawieszoną w kosmosie? Jest płaska. Tak jak oczekują. Nie spodziewałem się co prawda tego pytania, ale zapewniam pana, że jest płaska. Představte si, že jste pilot a vidíte, že tvar Země není takový, jaký jste znali. Kam byste si šli stěžovat se a komu?